30-го надо выезжать, да? Не 31-го ночью, а 30-го. Да. 30-го, да. Потому что 2 часа 31-го. Да, давай будем петь. Практически это 30-го. Это 30-го. Ну, видим, чтобы не было 2 часов, вы не сердце рванете. Ну да, да. Часов 10 надо выходить, чтобы там 2 часов вонять. Да, там пробок не должно быть. Мы там синицы, а у нас там взяты. Ну, Лёшка знает, надо с ним поговорить, чтобы он попали куда-нибудь в пробки. Отвезёт он нас туда, мы поедем обратно. А он тебя поедет. Мы здесь скоро будем петь, Мишута. Да, мы уже будем петь с тобой. Будешь, бабушка, петь, да. Да, папуля, такие вот дела. Значит, что получается? В четверг вы едете в город, а в пятницу что у вас? Ничего. Ничего не делаем. Кузнецов с Машей едут на охоту, а мы ничего не делаем. Они в пятницу уезжают на охоту? Да. И Лёшка едет? Да. Мам, слушай, ну как ты думаешь, сливать можно в банку или горячо? Знаешь, можно, только не сразу все, а так помаленьку. Нагрел донышко, потом добавляешь. А что вы сливаете-то? Муха, муха. Давай мы ее выпустим. Ульон, Рика делает синицам испанский рис. Все, она полетела. То есть на этом бульоне? Полетела. А он наваристый, ты пробовал?